Вечная память героям. На Кошугумском кладбище почтили память погибших защитников отчизны возложением цветов к памятному кресту. Они сражались за свою землю. Два последних года на Кошугумском кладбище хоронили останки безымянных защитников отчизны. Большинство из них погибли в Иловайском котле. Имена сразу установить не удалось. Всего здесь обрели покой 118 героев. 35 после экспертизы ДНК были опознаны и перезахоронены на родине. Еще трое остались на этом погосте. Работа насчет идентификации безымянных героев продолжается. И, мабуть, прийде час, коли всі ми назовемо їх прізвищем, тому що вони дійсно є патріотами, героями України. Вони все зробили для того, щоб російські загарбники не прийшли і сюди, на Запорізьку землю. Со временем хтось пытается переписывать історію. В очередний раз ми не дадим переписати ту історію 2013-2015 года, і дай Бог, щоб в 2016 вона закончилась, щоб ці бойці були дійсно остались героями для потомків. Следующее поколение защитников отчизны воспитывается уже на примере этих солдат. В память об их подвиге служат молебен и возлагают цветы. Впоследствии на Кошугумском кладбище собираются создать мемориальный комплекс, достойный безымянных героев.